Тихо, ты где мотал дрова? Ты где разодрала? Не надо ругаться. Проказница Фифа по-мужски сдержанный Мартин. Цирковые ребята приехали в Барнаул из Казани. Цирк, где они выступали, не смог пережить пандемию и закрылся. Временный дом им дал барнаульский зоопарк. Эти животные из цирка. И поэтому они привыкшие к человеку. И когда мы только вот разгрузили их и запустили их в новый вольер, а там лежало огромное количество сена, оно и сейчас лежит, и для них вот эти новые ароматы, это было какое-то волшебство. Они буквально прыгали по этому сену, вот, принюхивались, смотрели на новых людей, которые их окружали. Приехали совсем худые, в гостях нарастили животики. Покушать они любители. В новогодние праздники гости зоопарка их буквально закормили вкуснятиной. Вкусно, Фифа, да? Вот, Фифа, знакомься, это наши друзья. Это они тебе такую вкусняшку принесли. Белую красавицу Фифу в зоопарке оставляют. Она будет жить в одном вольере с женихом, другим белым тигром Маяком. А вот Мартину подыщут новую семью. В отличие от передвижных цирков, дела в зоопарках обстоят намного лучше. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Пару месяцев в барнаульском зоопарке совсем не было гостей, но это получилось компенсировать. Нам все-таки удалось открыть первыми зоопарк в России. Мы открылись 8 июня. И с 8 июня мы умудрились заработать деньги до следующего года. Поэтому мы нормально совершенно перезимуем. Если вы видите, мы даже начинаем развиваться. Совсем скоро в зоопарке появится новый вольер, как раз для белых тигров, ну а уже в апреле сюда привезут настоящую зебру, давнюю мечту Сергея Писарева. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.